Ну вот у нас сегодня среда, 5 июня 2024 год. Продолжаем ремонтные работы на ползунов 6 в Барнауле. Туда лезть неудобно, хельмой-то, тут труда большого нету. Замазать щели. А он вызвался, вот он, пожалуйста. Максим. Вот растет помощник. Вот а ту радость. Гляди. Городской-то человек, он же ничего этого не знает. Ему щель замазать только. Щель ну, с миллиметр. Видишь, как? Хельмой знает, как пользоваться. Вот под этот стол. Я, если стол честно, железный. В первый раз хельму держу. Давай, такое. Все. Затягивай. Вот все, сейчас начнем этот край поднимать. А смотри, как сделали это. И ты говорил, вода будет здесь. Как будто бы гребень динозавра. Да-да, зубы дракона называется. Дракона. Ну, сейчас мы начнем здесь дальше и еще раз поднимем выше. Угу. Так, все? Давай, Луна, покажи, кто ты. Нет, я сейчас ну, камушень дорогу. Давай, домазывай. Ну, покажи там, все уже закончилось? Нет, вот. Ну, там, давай там, еще. Под эту забей. Брат, ты мой, не просто так. Не вытащить оттуда. Приятно, как работать с таким хлопком. А я сейчас себе ведро наложу отдельно. Растворчик для замазывания разных щелей. Это у нас уже сколько щебенки ушло тут. Это он намешал-то. Песка сколько. Вот, тут мы все отмостку сделали. Слава Богу. Залили. Так, что у нас дальше тут? Тут у нас сейчас тоже все залито. Надо будет под немножко подковырять тут. Опалубка отошла. Сбить надо будет чуть-чуть. Тут зелень для салатов. Очень вкусненькая. Да, Георгий все с машинами там возится. Это его стихия. Вот так вот. С Божьей помощью и трудимся. Сейчас иду. Вроде. Иду. Рассказывай, Николай Егорович, что случилось? Сейчас подниму. Или наоборот, все хорошо? Капот. Все хорошо. Только сдохла лошадь. И конюшня сгорела. Все хорошо. Да не, слава Смотри, Богу. Смотри, что здесь делается. Ай, мама родная. И сейчас вытекло. Сейчас я налью. Ну, что тут? Вот. А, видно. Ага. Протерло. Угу. Насос нормальный, значит, пустой надо купить и все. Угу. Вот такая история здесь получается. 12 вольт. Угу. Сколько здесь? Сделано в России. Однако. Угу. Умеют еще делать в России. Слава Богу, да. Да. И вот эти надо как-то подрегулировать, что-то они вот сюда только льют. А, повыше? Ну, как-то, да. Можешь не трогать их. Да трогать я не буду их. Ну ладно. Слава Богу за все. Вот эта калина цветет у нас. Аллилуйя.